На меня смотрели женщины, ну, знаете, с таким взглядом, ну, сейчас посмотрим, что она скажет. И, как говорят, дамка, да, зажги свое сердце, неси его людям, да. Но я решила, что, в конце концов, я тогда как должна людей привлечь? Личным примером. Есть еще дыхание зала, есть еще контакт, который возникает. Сначала вы развиваете профессиональные навыки, а дальше переходите к развитию личностных. На самом деле мы действительно выясняем вот эти вот потребности каждого человека. Ведь многие туристы предпочитают встречать Новый год и Рождество в необычной обстановке. Получают телефон, свободный доступ в интернет, и поэтому вот эта жизнь для них открывается в полном объеме. Все должно быть идеально и, естественно, эстетично. Так берут человека и бьют коленями. Множество серий. В лицо. В корпус. Татьяна – это очень серьезное имя. И поэтому жизнь так у человека складывается серьезно. В этом в том числе, ну, не виновата, а причиной этому послужила женщина в том числе. В конце ноября и весь декабрь повсюду витает предрождественская атмосфера. То есть дети смогут провести время и весело, и с пользой. Будет очень интересно и очень разнообразно. Терпение и сил, и всего остального.